Сотрудники управления МВД России по Одинцовскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий около одного из домов на улице Чистяковой задержали ранее судимую 35-летнюю жительницу города Москва. В ходе личного досмотра у женщины в сумке обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что оно содержит наркотическое средство – героин, общей массой более 10 граммов. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, ведется следствие.